И к другим темам. В центре города загорелся пассажирский автобус. Эти кадры, снятые очевидцами, сегодня появились в сети. Они сообщают, что возгорание произошло на улице Карла Маркса около 8 часов утра. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и пожарная техника. О пострадавших не сообщается. А вот в авариях только за сутки трое получили травмы. В Николаевском районе Ульяновской области на 813-м километре федеральной автодороги Урал-М5 в 20:20 по предварительной информации водитель мужчина 82-го года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с дорожно-металлическим ограждением и движущимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ под управлением водителя мужчина 93-го года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля Nissan Almera, женщина 79-го года рождения, доставлена в медицинское учреждение.